Друзья мои, всем привет, канал «Что старой шкатулки». Приветствует вас, мира, добра, хорошего настроения. Нахожусь я снова на заброшке. Работаю, друзья, вот перебираю мешки, смотрите, сколько мешков здесь, видите. С одеждой, с разными банками, стекло, бутылки. И вот разорвал один пакет, смотрите. Вот разорвал пакет только что. И здесь куклы, друзья. Куклы на старые куклы. Фарфоровые, друзья, смотрите. Сейчас все завязано, видите. Вот первая кукла. Интересная. Фарфоровая, друзья мои. Посмотрите. И здесь у нас вторая кукла. Посмотрите. Тоже фарфоровая. Вроде бы целенькие, вроде бы нет, нога битая, видите, друзья. Но это не я ее разбил. Вот, нога разбита. Такая вот девочка, друзья. Это так у нее ручки. Смотрите. Ну что скажете, брать, не брать их. Может, кому-то и надо, но они такие пыльные, грязные, влажные, друзья. Посмотрите, видите. Здесь специальное такое вот мягкое, чтобы так вот ставить. Видите, вот так вот поставить ее. Тут еще вот один мешок есть, смотрите. Вот сейчас я его тоже буду смотреть, потому что тоже какие-то вот, видите, старые игрушки были. Только вот глаза остались, видите, от игрушки. Сейчас буду пересматривать все. Смотреть все вот эти вот. Покрывала такие вот старые, смотрите, 50-х годов, еще где-то 60-х. Полно разных вещей. Но вещи мне не надо. Мне надо старинные предметы. Видите, вон пледы. Так, ну что, буду искать, что найду. Все покажу вам, друзья мои. Работаю, ищу, нахожу. Прорываемся и не сдаемся, друзья. Все, всем пока, удачи, до новых встреч.